Друзья, всем привет! Нихао, с вами Андрей Ильенко, и это 59-й выпуск интересных полезных новостей из Китая. Выходит он в этот раз не по привычному графику, а почти в конце недели, потому что с 15 числа в Китае начинается кантонская ярмарка, и ближайшие 5 дней я буду вовлечен в то, чтобы освещать, какие же интересные товары, новинки на ней будут представлены. Об этом я расскажу чуть позже, а сначала к новостям. Первая новость. Си Цзиньпинь призвал к воссоединению Тайвань с континентальным Китаем. На выступлении он заявил, что объединение в кавычках «мирным путем» и дальше цитата «наиболее соответствует общим интересам китайской нации, включая тайваньских соотечественников». В ответ глава тайваньского правительства Цай Инвэнь заявила, что остров и материк не должны подчиняться друг другу и Тайвань должен в кавычках бороться с аннексией руководства материкового Китая. Пишет об этом ЭКД. Таким образом, отношения материкового Китая и острова Тайвань, который в принципе входит в Китайскую Народную Республику, но на самом деле является независимым. Тут это спорный момент, один из трех самых спорных моментов, так называемое 3Т. Это Тайвань, Тибет и Тяньаньмэнь. Те вещи, которые при отношениях с Китаем вообще не следует упоминать. Ну, а на самом деле обострение это было вызвано тем, что 1 октября Китай направил в воздушное пространство Тайваня рекордное количество своих военных истребителей. Их было 38. Следующая новость. Китай и Соединенные Штаты Америки провели переговоры об отмене таможенных пошлин и санкций. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель Америки Кэтрин Тай обсудили данный вопрос по видеосвязи. Стороны подчеркнули необходимость поддерживать взаимодействие на основе равенства и уважения, чтобы стимулировать нормальное развитие торгово-экономических отношений Китая и США и восстановление мировой экономики. Очень надеемся, что отношения Китая и США восстановятся, и действительно это будет способствовать восстановлению мировой экономики. А теперь от геополитики переходим плавно к погоде. Рекордные дожди затопили провинцию Шаньси, начались наводнения. Об этом сообщает South China Morning Post. По меньшей мере 1 миллион 750 тысяч жителей провинции пострадали от наводнения, и 120 тысяч человек были благополучно эвакуированы. Также в результате стихии 15 человек погибли и трое пропали без вести. Чуть больше статистики. Власти сообщают, что 19 тысяч зданий были разрушены экстремальной погодой и еще 18 тысяч серьезно повреждены. Все дело в том, что в обычно засушливом регионе за одну неделю выпала трехмесячная норма осадков. Данные изменения, по мнению экспертов, связаны с глобальными изменениями климата. Вы видите на самом деле, что в Китае все больше таких резких колебаний погоды, особенно как раз связанных с ливнями, с наводнениями, с тайфунами, что, конечно же, не есть хорошо и наносит очень большой ущерб экономике. Следующая новость очень приятная, оптимистичная для всех, кто хочет прилететь в Китай, и звучит она так. Китай может открыть границы в начале 2022 года, если уровень вакцинации превысит 85%. Ну, наконец-то! Об этом заявил в интервью глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу. Этого мужичка мы уже не раз упоминали. По его мнению, если уровень вакцинации превысит 85%, то количество случаев заражений значительно снизится и также будет сведено к минимуму число летальных исходов и тяжелых симптомов при протекании заболевания. Пишет об этом ЭКД. Кроме того, по его словам, вирулентность, то есть способность заражать COVID-19, значительно уменьшится. Он также согласен со многими своими коллегами, которые говорят, что COVID-19 будет жить как обычный вирус гриппа. Мы будем делать прививки, люди будут болеть, но это не будет все так страшно, как было в самом начале. Особенно на фоне того, что разрабатываются все более новые эффективные вакцины. Ну что ж, очень хочется в это верить, потому что, блин, терпеть дальше нет больше сил. Хочется в Китай, очень надеемся на весну следующего года. Держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил. Следующая пара новостей про макроэкономику и прогнозы влияния экономики Китая. Экономия электроэнергии в Китае может нарушить товаропотоки на 120 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Container News со ссылкой на данные Russell Group, которая специализируется на моделировании и анализе рисков.
Все дело в том, что ограничение потребления электроэнергии крупных предприятий в разных отраслях затрагивает также и ключевые порты Китая, включая Нинбо, Гуанчжоу, Яньтьен и Шэкоу. Эти порты расположены в провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Гуандунь, где были закрыты или перешли на трехдневную рабочую неделю предприятия, выпускающие продукцию из стали, пластмассы, бытовую технику, и химикаты и текстиль. Это действительно так, от некоторых поставщиков тоже слышу, что они перешли на трехдневный рабочий день из-за дефицита электроэнергии. Что это значит для импортеров? Это значит, что нужно принять превентивные меры, об этом позаботиться заранее. Нужно заказать, скорее всего, больше товаров, чтобы у вас были запасы и чтобы у вас не было пробелов в цепочке поставок. Соответственно, примите это к сведению и скорректируйте ваши планы заказов. Следующая новость, по сути, является таким следствием предыдущих. МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2021-2022 годах. Об этом сказано в новом докладе Global Financial Stability Report от 12 октября. На самом деле ухудшение показателя было незначительным, всего лишь 0,1%. Но, чтобы вы понимали, для китайского ВВП это 53 миллиарда юаней, это более 8 миллиардов долларов. Это сравнимо с ВВП небольшой страны, например, Киргизии. Какие факторы на это повлияли? Конечно же, в первую очередь, это возможный дефолт компании Evergrande и надвигающийся энергетический кризис Китая. Новости больших компаний. Платформу электронной коммерции Meituan оштрафовали на 533 миллиона долларов. Ну что ж, сначала Alibaba, Tencent, Didi, и теперь дошла очередь до крупнейшей службы доставки Китая. А на минуточку, на Meituan приходится 68,2% рынка доставки еды. Это не то, что монополист, это просто ого-го монополист. Оказывается, компания нарушала антимонопольное законодательство, начиная с 2018 года. Они злоупотребляли доминирующим положением на рынке, вынуждая поставщиков использовать исключительно эту платформу. И в продолжение политики государства обуздания огромных технологических компаний следующая новость. Китайские власти начали проверку крупнейших госбанков. Об этом сообщает Схайсин. Центральная комиссия по проверке дисциплины, могущественный орган антикоррупционного контроля, начнет двухмесячную проверку в финансовой системе страны объемом 54 триллиона долларов. Это первая за 6 лет проверка 25 государственных банков. Таким образом, оздоровление экономики и зачистка со стороны государства продолжаются. Следующая новость о злополучной компании Evergrande. Evergrande выпустят первый массовый электромобиль. Нифига себе! Вот так из застройщика можно переобуться в автопроизводители. Эту новость сообщил глава зеленого подразделения компании Evergrande New Energy Vehicle Лю Юньчжо во время брифинга на заводе в компании в Тяньцзине. Автомобиль под названием Хэнчи 5 – это первый автомобиль компании, который сойдет с конвейера в начале 2022 года. Evergrande инвестировала в этот проект в общей сложности 47,4 миллиарда юаней, это около 7 миллиардов долларов. Вот такая вот, друзья, диверсификация. А что вы скажете на этот счет? Напишите в комментариях. Следующая новость. Еще один китайский застройщик не смог выплатить долги по облигациям. Да ёшкин кот, что ж вы валитесь все как домино? Речь идет о компании Fantasia Holdings Group, которая специализируется на недвижимости люкс-класса. Срок выплаты процентов на общую сумму 206 миллионов долларов по еврооблигациям, выпущенной в 2016 году, был назначен на 4 октября. Соответственно, компания пропустила эту дату и проценты не выплатила. Так же как с Evergrande, который пропустил такую выплату и пошел обратный отчет, в течение месяца, если он бы не рассчитался, то был бы объявлен дефолт. По сути, такой же обратный отчет теперь запущен относительно компании Fantasia Holding Group. Какие-то просто стаи черных лебедей из Китая в этом году. Следующая новость. На севере Гонконга создадут мегаполис. Об этом заявила глава администрации специального административного района Кэрри Лам.
В рамках ряда планов развития мегаполиса предполагается построить около 350 тысяч домов. Приблизительно 600 гектар земли будут отданы под инфраструктурные проекты. И по завершении строительства будет доступно от 905 до 925 тысяч жилых зданий, в которых смогут жить 2,5 миллиона человек. Все это очень круто и во многом решает проблему перенаселенности, только непонятно, почему это не делалось раньше, а только сейчас. А пока верстались эти новости, стало известно, что на Гонконг обрушился сначала один тайфун, а затем другой. Сначала тайфун Леон Рок, а затем Кампасу. То есть сейчас в Гонконге, честно говоря, не очень, и вы это можете видеть на видео. Если так обобщить, эпидемии, наводнения, тайфуны, не зря все-таки Илон Маск хочет лететь на Марс. И последняя на сегодня новость. В Китае установили мировой рекорд по времени полета дронов. Беспилотник Фэнжу 3-100 был создан студентами Байханского университета, который специализируется на авиационной космической промышленности. Дрон непрерывно находился в воздухе 80 часов 46 минут и 35 секунд, побив предыдущий мировой рекорд почти на 44 минуты. Эксперимент проводился в городе Сюйчань, провинции Хэнань, на высоте примерно 300 метров. Размах крыльев беспилотника при этом составляет около 10 метров. Крутая новость, 80 часов в воздухе, это даже трудно представить, но была еще другая новость из Китая о том, как во время шоу дронов эти дроны начали падать. Выглядело это, конечно, очень впечатляюще, но об этом не будем, будем о хорошем, о самом длинном полете дрона. Ну что ж, друзья, на сегодня это все. Прошу вас проголосовать за новость, которая вам наиболее понравилась, что было наиболее полезным. А новости будут здесь бежать бегущей строкой, для того, чтобы напомнить, о чем я сегодня вам поведал. Напишите, пожалуйста, номер новости или что вам больше всего понравилось и о чем бы хотелось услышать больше. А я напоминаю, что с 15 по 19 октября в Китае стартует кантонская ярмарка, которая пройдет параллельно онлайн и офлайн. И я буду вести 10 прямых эфиров по разным секциям, по разным товарным группам. В течение 5 дней будет 10 прямых эфиров. Если вы хотите узнать, что интересного произвели китайские компании, что появилось на рынке, какие новинки, какие актуальные товары, переходите по ссылке под этим видео, читайте подробности, выбирайте пакет, который вам больше всего нравится, и присоединяйтесь к моему онлайн-туру. Увидимся на кантонской ярмарке онлайн. А на сегодня это все. Пока-пока, друзья. Зайдзен! 지금 말씀해 주실 바랍니다. "무궁화꽃이 피었습니다."입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? I think I almost made it.